Всем привет, меня зовут Сингейм Сергей, я мастер спорта по панкратиону, у меня 4 победы. Потому что профессиональные поединки – это в первую очередь вызовы, а я готов ко всем вызовам. Зная людей из Академии единоборств, могу с уверенностью сказать, что турнир будет проходить на высочайшем уровне. Тренировочный процесс проходит планомерно. Чем ближе к дате самих соревнований, тем больше, так скажем, мы начинаем работать, тем больше набираем оборотов, чтобы в эти самые соревнования показать все, на что мы способны. Зная бойцов, которые участвуют в этом турнире, могу сказать с уверенностью, что все пройдет на высшем уровне. Ребята покажут себя, покажут свое мастерство. Я уверен, что иркутяне отстоят свой титул, потому что у них нет выбора. Они находятся на своей земле, и им необходимо отстоять свою территорию. Дорогие иркутяне, приглашаю вас посетить турнир по профессиональному панкратиону «Сибирский легион». 8 декабря, Дворец спорта «Труд». Приходите, не пожалеете, увидите кровопролитные поединки. Я есть «Сибирский легион». Да будет битва.